этом здании находится на первом этаже, это медицинский пункт оперативной группы, помещение дежурного по части. Второй этаж – это пункт управления и размещение, там, часть, это кабинет, используется для проживания личного состава. И третий этаж – это тоже у нас казарменное помещение для маленьких подразделений. И проблем. Да, артиллерийская снаряда, наверное, это не игра. 122, да, наверное? Ну да. 122. Сегодня очередной рабочий день группы организации договора о коллективной безопасности, прибывшей в Республику Армения. И основная задача сегодняшнего дня заключалась побыть на территории, в тех местах, где проходили столкновения, где участки местности, населенные пункты, позиции подразделения армянской стороны были подвергнуты огневому поражению. Стараемся быть максимально объективным. И, конечно, ну, факт есть факт, поэтому мы работаем по факту. Пока о каких-то выводах говорить рано. И в целом это войдет в общую справку по итогам работы. Спасибо.